В отделении лучевой диагностики Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в Сукманихе произведен монтаж нового рентгеновского аппарата. Современный рентгенодиагностический комплекс рассчитан на 3 рабочих места. Высокоточное оборудование российского производства с функцией рентгеноскопии и высоким качеством изображения поможет врачам проводить плановые и экстренные исследования в режиме реального времени и не пропустить момент, когда без хирургического вмешательства не обойтись. Новый аппарат полностью цифровой, что позволит ускорить прием, а самое главное – снизить лучевую нагрузку на пациентов. Кроме того, все исследования будут аккумулироваться в единой областной базе данных. Рентгенологические исследования с данного аппарата могут отправляться в единую информационную рентгенологическую сеть Московской области, где их может просмотреть любой врач-рентгенолог Московской области. Исследования прикрепляются к электронной медицинской карте пациента с возможностью дистанционного просмотра.